идет. Она идет. 5 минут отойдет. Да? Даже микрофон включен. Интересно, для чего нужны эти карты? Холодно будет. Наконечник стрелы из кости. Похоже, монгольский. Это была свистящая стрела. Такими монгольские стрелки запугивали и путали врагов. Пайца. Что-то вроде паспорта. Ее обладатель мог говорить от имени правителей Монгольской империи. На ней написано «Силою вечного неба, указ императора. Тот, кто не будет с благоговением относиться, да будет виновен».
Византийская боевая галера? Она-то сюда как попала. Это монгольский. Они прошли здесь. Затерянный город наверняка близко. Наверное, там что-то есть. Надо как-то расколоть лед. Мария Адула застряла. Лед не выдержал, и корабль переломился пополам. Неважно. Я надеялся использовать против лжепророка корабельные пушки, но придется идти пешком. Со мной 6 лучших воинов Ордена Троицы. Пока моряки голодали, мы копили провианты и припасы. Эти несчастные еще не знают, что им предстоит отдать свои жизни ради нашего дела. И мы с воинами найдем выход из этих ледяных пещер и продолжим путь пешком. До того, как лед поглотил корабль, мы услышали музыку, доносившуюся с юга. Там мы сделаем первый привал. Но сначала мне надо отдохнуть. Я промерз до костей. Этот сосуд, думаю, его можно как-то передвинуть. Пожалуйста.
Получилось. Теперь надо узнать, что там находится. Это да. Зачем было брать с собой столько добра? Все кончено. Мы здесь погибнем из-за Каральды и безумия Троицы. Моему кораблю не суждено снова увидеть воду. Мы вошли в Ледовое море поздней зимой. Надо было повернуть назад, но Каральд решил во что бы то ни стало продолжить поиски потерянного пророка. Он и его воины с мертвыми глазами подняли мятеж. Пока была возможность, мы плыли по мелководным притокам. Затем мерзавец заставил нас соорудить санные полосы и волочить корабль по суше. Отказ означал верную смерть и отлучение. Но смерть ждала нас в любом случае. Я позабочусь о том, чтобы он умер здесь вместе с нами. Я всегда держу под рукой яд на случай, если корабль захватят пираты. Теперь этот яд пригодится для другой цели. Тут описываются приемы стрельбы из лука, применяемые врагами Византийской империи. Лара выпускает две стрелы подряд, без необходимости оставить из полученного стрелка. Быстро нажав спустя. Византийский медальон. Очень красивая эмаль. На портрете стерто лицо. Похоже, это был портрет пророка. Наверное, они были вынуждены скрывать свою веру. Интересно, на флаг идет выход или...
Так, так, где тут выход? Настройки. Настройки. Это. Настройки. Вывод. Стриминг. Видео. Full HD написано. Сейчас. Все равно никто не смотрит. Я проверю. А, есть Full HD, все. На телефоне у меня почему-то не показывает. Большой секрет. Меж тем этот безумец продолжает идти, и я не знаю, что его подгоняет. Мы пересекли ледяные горы на краю мира. Его люди гибнут. Каждый день я натыкаюсь на могилы или просто тела, брошенные на обочине, едва заметной тропы. Я исхудал и осунулся, но я так близок. Моя лошадь пала. Та самая кобыла, на которой я воевал против болгар. Пришлось ее разделать и забрать мясо с собой. Но я близок как никогда. Оттуда, из-за гребня горы, раздается их пение. Еще один. В ближайшие дни я прикончу пророка и вернусь в... Я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю. Ну да. Сколько они уже здесь? Просто обойти. Несколько дней. Но я их прикончу. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу,
Сажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать. Что там происходит? Итак, тут живут люди. А волоски развиваются. Так. Так и так. А мне нужно... Блин, а как включить разгон видеокарточки? И живут, похоже, давно. Открыть карту и на всякий случай посмотреть, где же там находится. Контент сообщества. Покажите мне, где здесь есть полезные карты. Где все находится. Ларка. Оптимизация. Так. С оптимизацией все замечательно. Вон там стоит близко. А зачем сюда вернуться? В большинстве записей прославляется военная победа, но, похоже, они оставили что-то в этом районе. Скажи,
может тоже смотреть на ютубе. Уведомление. Что-то я не вижу от себя уведомления. Подписки. Райс. Вот, смотри. Там сейчас на пасту. Там можешь себя услышать. Нет, не того. Все, это смотри, да. Звук включи там. У нас все сделано. Два в одном. И играю, снимаю. Ну, давай я еще. Слабый, да? Не, ну прибавь. А что прибавить звук? Игры или сделать звук от микрофона? Я думал, что игры у меня. Просто если конкретно сделать.
Марко Кос из Никеи. Астроном. Thank you.
Я ему уже ничем не помогу. Первый день в Сибири и нате. 2 года в Афганистане, еще 1 в Индонезии, и ничего. А тут 1 день во льдах, бац, уже одного убил. Я смотрел, как у парня стекленели глаза, а он все о чем-то просил. Не по-русски, черт его знает. Так что я просто ждал и смотрел. Только что передо мной был человек, и вот ничего. Просто кусок мяса. Меня стошнило. Заблевал сугроб прямо поверх его крови. Он был мертв, а я жив. И чувствовал себя прекрасно. Константин все время повторяет, что мы здесь с особой миссией. Говорит, что мы выполняем Божью работу. Я, кажется, начинаю его понимать. Были сведения. Константин едет из тюрьмы. Нужно навести порядок до его приезда. Эй! Меня кто-нибудь слышит? Чтоб тебя, съестник черту. Это было что-то. Псих бешеный. Бросится на 3 вооруженных людей с 1 топором. И как только одного из них удалось взять живым? Кто они вообще такие? Разведка докладывала, что в этих горах раньше была старая деревня. Ожидали встретить крестьян, которые сдадутся без боя. И, кажется, там что-то было. Я посмотрю. Не отвлекайся. Погоди, что-то не так. Еще прибывают. Держите эти ящики как можно дальше от огня. В них патроны. Каждый на вес золота. Стрельбы уже 5 минут не слышно. Вроде все спокойно. Особо не расслабляйся. Пока не восстановимся, мой путь на чеку. Нам рассчитывать не на кого. Это вертолет Константина. Какого черта он здесь забыл? Нет, надо знать. Одного из местных взяли живьем, хотят допросить. Но это стоило нам 3. Наверное, начальство хочет знать, что им известно. Константин ожидает от нас большего. За эту ошибку кто-то поплатится. Отложи боеприпасы. Храни их отдельно от провизии. Пусть будут под рукой. Чую, пригодятся. Так точно. Кажется, отсюда. Все чисто. Есть.
Патроны 9. Кто-нибудь видит? Забора что-нибудь видно? Ничего. Но мы и первые засады не заметили, пока они внутри не оказались. Они тут как у себя дома. Обещали же обычную операцию. Я знаю, что брался за сомнительные дела и что тебе это не по душе. Но я не мог упустить этот контракт. Я годами пытался наняться к Троице. Они не светятся, платят кучу денег, и у них всегда есть работа. И вот я здесь. И уже хочу назад. Мы торчим в заброшенном советском комплексе у черта на рогах. Никто не говорит нам, что происходит. Сейчас окажется, что мы помогаем каким-то бандитам добыть ядерное оружие. И это еще в лучшем случае. Напиши мне, как только получишь это письмо. Я наладил безопасный канал в сети. Для такой операции защита слабовата. Впрочем, они меня для того и наняли. Я знаю, что брался за сам... Наш путь непрост, но Троица все равно требует, чтобы мы прошли его. Старый советский плакат. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Точно. Советы держать. Время истекло. Застрели его. Он либо заговорит, либо сдохнет. Лёгкая смерть. Отчасти-то тикает. Ты же понимаешь, что сдохнешь.
если не раскончится. И не только ты. Вся твоя семья. Все до единого сдохнут в муках. А мы полюбуемся. У тебя, сука, один шанс. Говори! Чужа! Да, не очень хорошо получилось. Он у них в плену. Надо. Надо. О, нет. Нет, нет. Как оно там? Течку вряд ли устраним. Тогда придется перекрыть трубу, пока не найдем новый мир. Сомневаюсь, что сможем найти здесь запчасти. Я оставил тебя за главным. Да, сэр, но мы не ждали такого сопротивления. Ты был моими глазами. Ты должен был видеть. И понимать, как много зависит от успеха операции. Да, да, но... Нет. 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 Не понимаешь. Нет. Да и как ты можешь? Тише. Тише. Не бойся страданий. Мы очень близки к цели, но должны сохранять бдительность. В случае успеха нас ждет новый мир. Наш собственный мир. Константин, вас срочно просят вернуться в тюрьму. У нас пленник, возможно, знающий про артефакт. Будьте верными. И войдете во славу святого источника. Боже, прошу! И что с ним делать? Не трогайте его. Похоже, у нас снова утечка топлива. Что тут случилось? Этой хреновине лет 50. Кажется, Витя сломался. Давайте его перекроем. Мы больше не можем позволить себе терять топливо. Сейчас сделаю. Погоди, я гляну. Вас понял. У нас потеря! Как бы уничтожить эту цистерну?
Снова советская пропаганда. Ночь работе не помеха. Здесь Константин, тот, кто пытался убить меня в Сирии. Он жесток и опасен. И что хуже всего, непоколебимо уверен в истинности своих бредовых идей. Мне вообще везет на религиозных фанатиков. Впрочем, ничего удивительного. Кто еще будет так охотиться за тайной бессмертия? Его люди упомянули пленника, который может что-то рассказать. Может, это один из здешних обитателей? Если так, что он знает? Люди Троицы не церемонятся при допросах. Надо найти его. Узнать, что ему известно. Заручиться доверием местных будет полезно. У меня был один этот просмотрщик. Артём тоже. Ну как там настроить голос? Нормально? Чьи-то чётки. Эти чётки почти совсем истерлись. Незаметно здесь не пробраться. Должен быть другой путь.
Я тебе не враг. Вы вообще кто такие? Я все объясню позже. Если тебе нужны ответы, слушай внимательно. Нам удалось уничтожить старую радиовышку, но она была связана с другими при помощи ретрансляторов. Их нужно отключить. Помоги мне, а я поручусь за тебя перед остальными. Я ими займусь. Хорошо. Времени у нас мало. Считает, что я должен научиться стрелять. Сегодня он преподал мне несколько уроков. Я совершенно безнадежен. Я всегда говорил, что все, что нужно на природе, крепкая трость и удобные ботинки. Сказал ему, что лучше управляюсь со словами, чем с оружием. Он посмеялся и предложил мне словами усмирить разъяренного бизона. Я ответил, что для этого у меня есть он. Спасибо ему за заботу, но мне почему-то кажется, уроков больше не будет. Рот всегда говорил, что глаза и руки у меня от мамы. Тем летом он начал учить меня стрельбе. И я стала даже слишком хорошей ученицей. У каждого пророка должны быть последователи. Кокос из Никеи был для пророка одним из первых. В родном городе он был объявлен еретиком, и ему пришлось отправиться с паломниками на север. Знание движения небесных тел помогало им ориентироваться в пути. Рассказывают, что Кокос и пророк могли часами сидеть под звездами и спорить о природе Вселенной, о тяжелой людской доле в этом мире. Он построил для пророка модель звездного неба, чтобы даже сквозь зимнюю мглу тот мог любоваться ночным небом. Thank you.
Нет, надо думать сначала. Красная армия приближается. Я следил за ними неделю, смотрел, как сотни людей строят железные чудовища во льдах. Многие умерли, и их мерзлые тела разбросаны по тундре. Никаких погребальных обрядов, ни похорон, ни костров. Эти чужаки — жестокие безбожники. Что... Ты закончила? Уничтожила все передатчики. Еще нет. Я не все нашла, но найду. То, что я играю? Твою? Как ты его назвал? Пока что это никак не опустить. Oh.
Я проник во вражеский лагерь и узнал, что они пришли за сокровищами горных недр. Они понятия не имеют, какую тайну мы храним. Строители железной дороги сами пленники, рабы Красной Армии. Теперь по железной дороге движутся огромные машины, которые привозят новых рабов, провиант и сырье для постройки небольшого города. Пора мне вернуться к моему народу и спланировать нападение.
И трансляторы связи. Наверняка работа тронется.
Семейная фотография. Сделана в России в конце 50-х годов. Наверное, кто-то из них сидел здесь. Здесь что-то написано. Помните. Вы первыми зажгли звезду прогресса. А, это во славу космонавтов. Не на русском. Может, предупреждение? Thank you.
Начались гонения на пророка и на его последователей. Их, похоже, бросили в спешке. Интересно, нашли здесь красные что-нибудь? Там внизу вода. И, похоже, очень много. Золотая монета с изображением города. А это пророк. Похоже, это была официальная монета Китежа. Что-то я думал, там много воды, как она сказала. Там внизу вода. И, похоже, очень много. Икона пророка, отлитая из золота. В городе начали развивать свой стиль, но икона все еще очень похожа на византийскую. Наверное, это часть механизма. Потихоньку. Бочка с маслом.
Вода все разрушает. Еще лет 20, и тут мало что останется. Это цистерна. Это дверь. Она удерживает воду. На стене отметины. Уровень воды менялся. Так, по идее, теперь я смогу там проплыть.
Этого масла хватит с избытком для освещения нижних коридоров. Только везите его осторожно. Оно легко испаряется. Мы еще не довели до ума технологию очистки. Ты сразу узнаешь того, кто руководит строительством. Мы все его знаем. Без его познаний никто из нас не пережил бы трудный путь. Не задерживай. Любовь моя, прости, что давно не слал тебе писем. Дел было не в проворот. Как приедешь, тебя будет ждать дом со всеми удобствами, совсем как там, на старом месте. Перед нами стоит грандиозная задача. Надо... Древняя рукопись о дарах земли.
Спасибо. Ой.